Ко дню освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков Академия Матусовского сделала землякам особый подарок – выставку дипломных работ выпускников кафедры «Станковая живопись». Все они, и картины, и скульптуры, посвящены истории и подвигу молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия». Эта выставка стала частью совместного проекта Академии и Луганского художественного музея. Прежде чем посмотреть работы молодых художников, зрители попадали на вернисаж-стрит, устроенный прямо у входа в галерею искусств. Впервые не в залах музея, а на улице выставлены три монументальных полотна известных советских художников на военно-патриотическую тему. Что, собственно, характерно для советского периода. Большие полотна, тематические, панорамные, где можно все даже поэтапно проследить. Уже в залах галереи гостям выставки показали театрализованное представление, посвященное подвигу молодогвардейцев. Его участники – студенты кафедры театрального искусства Академии Матусовского. Мстите за обиженных! Мстите за униженных! Душегубу подлому мстите каждый час! Мстите за пороганных, за подбитых, обданных! За себя, товарищи! И за всех, за нас! Торжественная получилась и церемония открытия выставки. Здесь выступили почетные гости. Один из них – директор Луганской школы-гимназии номер 7 имени Виктора Третьякевича, народный учитель Украины Анатолий Каташов. В Краснодоне создана единственная, уникальнейшая подпольная детская организация. Я не боюсь этого слова – детская организация. Самому младшему 14, самому старшему чуть-чуть больше 20 лет. Эти молодые люди совершили подвиг во славу народа русского и во славу нашего Отечества. Посетители выставки смогли увидеть 15 живописных и 3 скульптурные дипломные работы. Их студенты защищали в зале славы музея «Молодая гвардия» в Краснодоне и получили высокие оценки. Цель мероприятия – показать профессионализм наших студентов, наших преподавателей и, в общем-то, рассказать о подвиге молодогвардейцев, тем более, что следующий год – это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Олег Ело – выпускник Академии Матусовского, один из авторов представленных на выставке работ. Сюжет его картины – это момент, когда тела молодогвардейцев подняли из шурфа Краснодонской шахты. Тема одна, тема трагическая, и для нас, для всех, для всего курса это был очень ценный опыт, который не всегда выпадает каждому. Мы справились, я считаю, с поставленной задачей. 2020 год. Год празднования 75-летия Великой Победы. И в планах Академии Матусовского к этой дате показать выставку дипломных работ студентов-живописцев и скульпторов в Москве.